Мясо в Украине подорожало на четверть. В январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 24,5%. За первые 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на мясо и мясные продукты увеличились на 24,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики в среду, 11 июля. При этом в июне 2018 года потребительские цены на мясо и мясные продукты выросли на 17,5% по сравнению с июнем прошлого года. Также отмечается, что в июне этого года цены на мясо и мясные продукты остались на уровне минувшего мая. В Гостате уточнили, что приведенные данные по ценам не учитывают информацию из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Ранее сообщалось, что в первые две недели июня цена на все виды мяса в Украине упала, больше всего подешевела говядина, на 4,24%, до 118,9 гривен за килограмм. Почти настолько же упала в цене курятина, на 4,21%, до 93,6 гривен за килограмм. В то же время свинина подешевела лишь на 2,82%, до 104,4 гривен за килограмм. Напомним, за первые 6 месяцев 2018 года Украина увеличила импорт свинины в 8 раз. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ищите https://team-correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.